Почему? Сейчас узнаем. Вот такой сквозной ремонт. Я не буду вас снимать. Я так, чуть-чуть. Мне ремонт очень интересен. Это. Вот так выявляют брак. Вот магнитик. Ну вы второй раз что-то это, говорите, брак, он режет и не находит. Не видно ничего, да? А что тут, микротрещина? Да, это на микротрещине. Ну а вы светили, уверены, что там есть, да, эта трещина? Тут поры были. А. Это когда металл режут, обязательно надо делать магнит. Как узкий на режут, да. Вот когда. Не, помни, а сейчас помнишь, что? Помнишь, в Калининграде, когда светло мы делали, собирали этот узел. Ну там некоторые трубы варили. Ага. Обязательно надо любой режут этот. Под ну, газовое, под этот всегда делает магнит. И хоть раз находили? Да. Ну, говорят, это очень редко. Ну. Да, очень редко. Так а вот сейчас посмотрели, что посмотрели? Что, ну что нету трещин. Вырезали, да? То есть она была, но ее вырезали. Нет. Вот когда болгарка и этот, может быть трещины быть. А, это просто готовится металл, для ремонта. Да, металл расплавивает. А ее будет первый проход ручник варить или все проходы заваривать? Все проходы ручник. Ручник. Это последний этап, после этого стык на вырез, да? Ну, как бы это самый серьезный ремонт, я так понимаю, какой нет, может после быть. Этого все, если нету ничего, если магнитка не показала, то обваривается. Можно варить. А если показала, то стык на вырез, да? Если показала, то обрезается опять. Если катушка, она уже не гожая, если труба, то от трубы отрезается, допустим, вот так вот, да? А если в море? Нет, ну, то есть перед тем, как стыкуют... А, она сначала... Перед тем, как стыкуют. Да. Перед тем, как стыкуют, вот, дали две трубы, одна вот труба, другая вот, да? И должны стыковать. Их делают магнитку, все, ничего, расслоения нету, ничего нету. Класс. И валим.